Приветствую вас, дорогие друзья! Недавно Виталий Алиник записал видео под названием «Рукопожатие Папы». Люди написали мне с просьбой разобрать это видео и на основании Библии показать, в чем ошибается Виталий. В этом видео я постараюсь не только сравнить учение Виталия с Библией и с трудами Духопророчества, но также показать, каким образом воспытались обмануть. Итак, видео Виталия Алиника «Рукопожатие Папы». Рукопожатие Папы. Эта проповедь преследует простую цель – ответить на один вопрос. Можно ли пожимать руку папе римскому? А что послужило причиной записи этого видео? Периодически разные люди из разных мест присылают мне одну и ту же фотографию. На фотографии изображено два человека – на фотографии человек по имени Ганун Диоп темнокожий, вы видите его слева, он пожимает руки папе римскому. И фотография была сделана 12 октября 2016 года. Эту фотографию мне присылают, как правило, сопровождая вопросом, или целым рядом вопросов. Что это такое? почему адвентист седьмого дня Ганун Диоп, который совершает служение директора общественных связей и религиозной свободы Всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня, Генеральной Конференции, почему он пожимает руку Папе Римскому? Когда мы смотрим на следующий слайд, там та же самая фотография, но есть э, комментарий написано: адвентист седьмого дня Ганундиоп пожимает руки человеку греха Папе Франциску. Какая мерзость в Божьих очах! Настоящий христианин никогда не станет пожимать руки антихристу. Давайте попытаемся открыть Слово Божье и посмотреть на отрывки, которые могут иметь отношение к этому явлению. И во свете Слова Божье попытаемся дать ответ. Да, все мы знаем, что Папа Римский ⁇ это человек греха и сын погибели. Все мы знаем, что он глава отступнической церкви. Но как оправдать это рукопожатие, если на основании Библии Виталий сможет доказать, что дети Божьи еще и не с такими отступниками общались? Тогда можно будет оправдать Игану на Диапа. И каких правителей выбирает Виталий? Виталий выбирает фараона и Навуходоносора. Почему именно их? Оба этих человека брали на себя прерогативы Бога. Так же, как Папа Франциск, который считает себя наместником Бога на земле. Также фараоны Навуходоносора являлись светскими лидерами, как и Папа Римский, который является в том числе и светским правителем, то есть главой Ватикана. Итак, шаг первый. Чтобы оправдать это рукопожатие, Виталию следует показать, какими же плохими, безбожниками и богохульниками были фараон и Навуходоносор. И Виталий начинает с фараона. И Иезекииль 29 глава стихи с 1 по 3. «Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и из реки пророчества на него и на весь Египет. Фараон о себе говорил, моя река, я создал ее для себя». Здесь фараон, так же как и Папа Римский, присваивает себе божественные прерогативы. Фараон, Согласно этому свящ отрывку священного писания, присваивает себе божественные прерогативы. В чем это здесь видно в тексте? В каких словах? Я создал реку, я творец, я создал ее для себя и пользуюсь творением рук моих. Кто-нибудь уже провел параллель с нашей темой? Угу. То же самое Виталий проделывает и с Новоходоносором. Нужно показать, что и правитель Вавилона брал на себя прерогативы Бога. Исаия 14 глава, стихи с 12 по 14 и стих 22. Здесь описаны планы царя Вавилонского. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». В 22 стихе Господь обещает, что он истребит Вавилон. За это его богохульное превозношение. «И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона». Вавилон – это центр беззакония, центр богоступничества, центр богоборчества. В 14 главе книги пророка Исаии мы узнаем, что чаяние, устремление и действия царей вавилонских, они совпадали с с чаяниями устремлениями и действиями сатаны. После того, как Виталий показывает, что фараоны и правители Вавилона – это зло в чистом виде, что они богохульники и богоборцы, Виталий задает вопрос. И вот теперь вам вопрос. Если бы вы встретили фараона, как бы вы на него отреагировали? Выразили бы вы ему свое почтение? Поприветствовали бы вы его или нет? Подали бы ему и пожали бы ему руку или нет? И хочется сказать, что вы, Виталий... Естественно, не пожал бы руку таким людям, и тем более не проявлял бы к ним почтения. Нет никакого желания высказывать уважение врагам Божьим, поэтому однозначно даем твердый отрицательный ответ. Но Виталий сразу же приводит вам примеры, которые опровергают ваше нежелание проявлять уважение и почтение к богохульникам и нечестивцам. Давайте посмотрим, как патриархи реагировали на фараона и как вели себя присутствии фараона, как мужи Божьи, мужи веры, вели себя в его присутствии. Теперь вопрос. Как к царю Вавилонскому относились Божьи люди? Как относились праведники? Как относился Даниил, который назван праведником в Библии и, соответственно, примером для подражания? Бытие 41, стихи с 14 по 16. «И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. И он остригся, и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу, «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря, «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». Что сделает Бог? Фараону, которого почитали Богом, который узурпировал на земле божью власть, вот этому фараону, говорит Иосиф, Бог сделает благо. Вы видите? Спасти фараона. Чтобы спасти египтян, Господь посылает, Бог посылает сон язычнику. Да не просто язычнику, а язычнику из язычников, который считает себя Богом, потому что Бог хочет блага фараону, и Иосиф хочет блага фараону. Иосиф говорит, я вижу, что это от Бога, и я готов послужить тебе фараона, и раскрыть, и, и рассказать тебе план спасения, потому что Бог желает тебе блага. И я это сделаю как? Каким образом? По дворцовому этикету. И каков он дворцовый этикет в понимании Виталия? И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. А он что сделал? «остригся», а в оригинале используется еврейский глагол «гала». Корень «гимель ламедгей» образует несколько глаголов. «Легалет» в плане «обнаруживать», либо «лигалет», то есть «быть изгнанным из страны». «Побриться» — это «гимель ламедхет». Это легалях, то есть побрить кого-то, или лейтгалях, побриться самому. Игилюах, бритье. Вот еще один словарь, идгалях корень гимель ламетхет. Это не корень гиммель-ламедхей, это корень гимель ламетхет. Чтобы вы поняли, насколько Виталий ошибался с корнями в ивритских словах, я вам приведу пример из русского языка. Это то же самое, что сказать, что в словах «мирить» и «мерить» один и тот же корень. Очевидно, что в этих словах разные корни. В первом случае – корень «мир», во втором случае – корень «мер». Это разные слова с разным смыслом. Я благодарю Господа за то, что, обучаясь в семинарии, я получил доступ к древнееврейскому языку и древнегреческому языку, к языку оригинала Священного Писания. Если бы некоторые конспирологи посвятили столько сотен часов Слову Божию, они бы уже и древнееврейские выучили, Виталий, я бы выразил это другими словами. Если бы вы меньше кичились своим образованием, если бы вы свое драгоценное время использовали для изучения иврита, а не для оправдания отступившего руководства, которое ежемесячно подписывает вам чек, то в иврите бы вы разбирались хотя бы немного. Знаете, когда я в первый раз слушал видео Виталия, я никак не мог понять, зачем акцентировать столько внимания на том, что Иосиф побрился на лысо. Да? Нет, он бреется. Он все сбревает, он наголо бреется. Предстать перед лицо фараона в том виде, в котором был Иосиф, по этикету дворцовому, по этикету придворному было нельзя. И поэтому что делает Иосиф? Он сбревает все так, чтобы делать, как принято у египтян. Чтобы выразить свое почтение. Потому что даже акт бритья Иосифа Виталий пытается представить как выражение почтения к фараону. Лично я в этом не вижу никакого особенного значения. Я считаю, что когда долго сидишь в тюрьме, то вырастают очень длинные волосы, от которых можно легко избавиться. С помощью машинки для стрижки волос от фирмы Philips, например. А, ну такой же раньше не было. Ну тогда просто сбрив свои волосы бритвой. Вот что говорят труды Духа Пророчества. Патриархи и пророки, страница 220. Сбросив с себя тюремное платье, Иосиф побрился, ибо за время пребывания в тюрьме у него сильно отрасли волосы. После этого его повели к царю. Слово «ибо» выражает причину, по которой Иосиф побрился. То же самое сказано и о Весоломе. Когда он стриг голову свою, он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. Поэтому ясно видно, что дело здесь не в особом уважении и не в этикете, а в том, что так обычно люди делали, когда хотели избавиться от лишних волос. Слово стриг в оригинале используется то же слово, обривал голову свою. Далее Виталий приводит пример Иакова и привел Иосиф Иакова отца своего и представил его Фараону. Слушайте, не могу дальше читать. Прочтите вы, Виталий. Кто-нибудь сейчас мелится вслух прочитать, что дальше написано. Давайте, давайте вместе. И благословил Иаков фараона. Что-то немногие как-то это самое. Может быть, еще раз попробуем, все-таки Библию читаем. Давайте, давайте. Концовочку. И благословил Иаков фараона. Фараона. О, ничего себе! Как это? Богохульнику! Как это? Тому, кто считает себя Богом на земле, Его благословлять? Какое согласие у света со тьмою? Какое соучастие у верного с неверным, да? И дальше тирада. Нет, дорогие, фараон это Божье дитя в первую очередь, кем бы он себя ни возомнил, кем бы ему ни рассказали, он является, откуда он знает, кто он, как его воспитали, как его называли, как его учили, вот он и знает. Кто-нибудь уже провел параллель? Он, в первую очередь, Божье дитя. И когда патриарх Яков является в присутствии фараона, он его благословляет. И далее следует вывод. И благословил фараона Иаков и вышел от фараона. Итак, сколько раз патриарх благословил фараона? Дважды. В начале беседы. И в конце беседы. Итак, фараона дети божьи, божьи люди благословляли. После этого Виталий приводит пример Даниила. Даниил 4.16. Даниил обращается к Новуходоносору и говорит: Твоим бы ненавистникам этот Сон, и врагам твоим значение его. Смотрите, какая любовь, какая любовь Пророка Божия к этой личности, к личности, которая узурпировала Божью власть. Он не хочет огорчать царя, и Он говорит: Твоим врагам бы этот Сон, не тебе, я не хотел бы, чтобы это с тобой произошло. Он мира ему желает. И он рассказывает, как достичь этого мира, что надо сделать, чтобы продлить, чтобы отложить это тяжкое э, дело в его жизни и эту беду семилетнюю. Даниил 6,21. Тогда Даниил сказал царю: Царь, во веки живи. Правда, здорово. Царь, во веки живи. Хорошее приветствие. Вы бы таким воспользовались? это был дворцовый этикет. Такими словами было принято приветствовать монархов в то время, в том месте, в том историческом периоде. И что делает Даниил? Он именно так приветствует. Для Виталия очень важно в очередной раз подчеркнуть, что все было по этикету. Сейчас вы увидите, зачем все это делается. Вот как Иосиф обрился и превратился в египтянина внешне, так и Даниил использует слова, которые приняты в то время, что является частью этикета. Наша церковь, церковь христиан адвентистов седьмого дня, это церковь священного писания. Мы люди Библии, мы люди слова. Это вот первый эпизод, который может нам помочь сформировать правильное библейское, выверенное, центристское отношение к теме, которую мы сегодня пытаемся одолеть. Вот это некоторые библейские примеры. В особенности, что касается Вавилона, царя Вавилонского и так далее. Потому что это имеет к нам непосредственное отношение. Ибо в книге Откровение повторяется. То есть мы находим, что мужи Божьи демонстрируют отношение к правителям, к владыкам, которые делают заявку на место Бога. Они реагируют на них с любовью. Они желают им добра они их приветствуют, они желают им мира, они открывают им волю Божью, они жалеют их, они любят их. И они поступают, как принято и заведено в том обществе, что касается формы приличий, приветствия и дворцового этикета. После того, как Виталий понаходил нужные ему места из Библии, которые, по его мнению, подходят под нашу ситуацию, можно начинать оправдывать Гануна Диапа, Делается это очень легко, с помощью этикета. Итак, в завершении. Злосчастное рукопожатие. Каков этикет Ватикана, где самым главным лицом является Папа Римский, в отношении Папы? Каков этикет Ватикана, когда кто-то оказывается в присутствии Папы Римского? Вот вы видите фотографию перстня на руке нынешнего Папы Франциска. Этот перстень является символом его власти и его статуса. Как следует реагировать, если ты эту власть признаешь? Давайте посмотрим на фотографию. Вот один из прихожан целует руку Папы Франциска в знак уважения, в знак признания его власти. Когда ты подаешь папе руку, то ты что делаешь? Ты его приветствуешь. Вот и все. То есть в наше время пожатие руки это то, как люди приветствуют друг друга. Знакомый, незнакомый. Как позвать? Меня Вася, а меня Петя. Привет. Вот и все. Ганун Диоп, адвентист седьмого дня, пожимает руку папе римскому. Что он делает? Надеюсь, дополнительные комментарии не нужны. Он поприветствовал папу. Вот и все. То есть, если сказать коротко, то мысль такова. При Ватиканском дворце есть этикет. Как был у фараона и у Навуходоносора. Этот этикет гласит следующее. Ты когда к папе приходишь, у тебя есть две опции. Либо руку жмешь, либо ты ее целуешь. Если целуешь, то признаешь его власть. А если жмешь, то это просто так, познакомиться, ну типа, привет, я Ганун Диаб. привет, я Франциск первый. Ганун Диаб, кольцо папе не целовал, значит власть его не признает. Поэтому мракобесы вы недалекие, фундаменталисты вы такие, чего вы так расшумелись. Итак, рукопожатие папы, да избавит нас всех, Господь, от недалекости, от мракобесия, от религиозного фундаментализма. Вот если бы документы у вас были, гласящие о том, что они составили тайный сговор, то тогда да. А так, ну, пожал руку и пожал. Вся эта шумиха и яйца выеденного не стоит. И потрудитесь найти документы, которые подтверждали бы, что как будто бы руководство церкви христиану 207 дня заключило какой-то союз с Папой Римским или с католической церковью, или признала ее власть. Потрудитесь, найдите. Вот мы и ответили на главный вопрос сегодняшней проповеди. Просто Папа Римский не знает, кто он. Он же не специально богохульствует. Его как воспитали, так он и верит, что он наместник Бога на земле, как фараон. Поэтому Гануну Диапу, по словам Виталия, осталось только его благословить. Фараон – это божье дитя, в первую очередь, кем бы он себя ни возомнил, кем бы ему ни рассказали, он является, откуда он знает, кто он, как его воспитали, как его называли, как его учили, вот он и знает. Он в первую очередь Божье дитя. И когда патриарх Яков является в присутствии фараона, он его благословляет. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Виталий, вы называете себя человеком книги. Вот это ваше творение, это и есть разбор темы? Мы люди Библии, мы люди Слова. Это вот первый эпизод, который может нам помочь сформировать правильное библейское, выверенное, центристское отношение к теме, которую мы сегодня пытаемся одолеть. Виталий, насколько известно мне, правильное библейское, выверенное, центристское отношение к разбираемой теме, получается не тогда, когда ты подбираешь нужные тексты, чтобы оправдать отступившее руководство, которое платит тебе зарплату, а когда берешь и цитируешь все места по данной теме и с молитвой приходишь к взвешенному пониманию. Центристское отношение к разбираемой теме не получается, если выбирать то, что очень нравится, и умалчивать о тех местах, которые не подходят к теории, которую очень хочется протолкнуть. Давайте рассмотрим и другие места Библии, которые не особо подходят под теорию, которую нам предлагает Виталий. Прежде чем мы начнем, я хочу поделиться с вами своим пониманием. Как в жизни отдельных людей, так в истории целых государств у Бога действует определенный принцип отношений. Господь есть любовь, и каждого человека Он желает озарить светом истины и войти в близкие дружественные отношения, как Господь это делал с Енохом, с Авраамом, с Моисеем и с многими другими. Иногда Господь, чтобы открыть человеку истину, представляет ее снежной, отцовской любовью. Иногда благословляет человека, а иногда усмиряя его и действуя с чудесами и силой. Бог по-разному открывает себя людям и народам. То, как Бог работает с людьми, зависит от обстоятельств и самих людей или народов. К сожалению, не все откликаются на Божий призыв. Иногда Господь вынужден действовать в более жесткой манере, чтобы спасти людей. Если ничего не помогает и человек или народ продолжают упорствовать в своем отступлении, то мягкие разговоры заканчиваются и начинаются наказания. Если отдельные личности или целый народ упорно продолжает жить в противлении Богу, нарушая его законы, то дверь благодати закрывается, как это было в дни Ноя, Лота и во многих других случаях. Теперь, помня это, давайте начнем с примеров, которые привел Виталий. Например, отношение Иосифа к фараону. Господь хотел открыть истину фараону? Да, Господь работал с ним и явил себя этому царю. Принял ли фараон эту истину? Послушал ли фараон Иосифа? Да, он сделал именно то, что повелел ему Господь. Он учтиво общался с самим Иосифом и всей его семьей. Он возвеличил Иосифа и даровал лучшие земли патриархам. Вот что сказано в трудах Духа Пророчества. Книга Патриархии и Пророки, страница 241. В благодарность за великую услугу, которую Иосиф оказал Египту, им не только предоставили часть страны для жительства, но они были освобождены от налогов и в достаточной мере снабжены всем необходимым во время голода. Царь всенародно признал, что только благодаря милосердному заступничеству бога Иосифа в его стране царило изобилие, в то время как другие народы погибали от голода. Он также замечал, что управление Иосифа способствовало процветанию его царства и в знак особенной благодарности Иосифу окружил семью Якова своими царскими милостями. Но после этого появляется другой фараон, которого Виталий почему-то не захотел упоминать. О нем мы читаем следующее. И восстал в Египте новый царь который не знал Иосифа. Дело не в том, что он не знал об услугах, оказанных Иосифом его народу, но в том, что он не хотел больше считаться с этим и стремился по возможности придать их забвению. И сказал народу своему, вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался. Второй фараон ⁇ это человек, который совершал действия обратные тем, которые делал его предшественник. Он сделал евреев рабами и активно трудился над сокращением их численности. К нему являются Моисей и Арон. Не подскажете, Виталий, они перед этим голову на лысо брили? Ну, чтобы соответствовать этикету. Войдя в царские палаты, они благословили фараона? Нет, там прозвучало четкое «Так говорит Господь». После сего Моисей и Арон пришли к фараону и сказали ему «Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, но фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушал согласа его и отпустил сынов Израиля. Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Второй фараон четко знал, кто такой Иосиф, и что он сделал для Египта, и что за ним стоял Господь, но все же противился. Поэтому и события развивались совершенно в другом русле. Благословений там не было. И все закончилось в водах Красного моря. Следующий пример, который дал Виталий, это Навуходоносор. Там происходит та же самая картина. Навуходоносору была открыта истина. Даниил открывал эту истину с любовью и уважением. Но когда царь противился, там никаких благословений не было. Все закончилось газоном, на котором царь мирно щипал травку. Но после этого он покаялся и принял Господа. Но в книге Даниила 5 глава 17 стих повествуется о Валтасаре, о котором Виталий почему-то также решил не упоминать. Даниил не благословляет царя и не выказывает ему уважения. Он не говорит ему «царь, вовеки живи». Здесь происходит то же самое, что и у второго фараона, который утонул в море. Вначале Давид обращается к Волтасару и перечисляет все те милости которое Господь оказал Навуходоносору. Он напоминает о том наказании, которое Навуходоносор получил от Господа за свое высокомерие и гордость. «И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это». Валтасар прекрасно знал, что происходило в жизни Навуходоносора. Но все же, несмотря на это, он принес сосуды Дома Божьего. И он, и его жены и наложницы пили из этих сосудов. Он не проявляет уважения к Богу. А Бога в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои ты не прославил. За это и послано от него кисть руки и начертано это писание. То есть Валтасар, как и фараон, знал все, что происходило с его предшественником, но решил противиться, решил не покоряться Господу, не проявил достойного уважения к Богу. Проявил ли Даниил особое почтение к Валтасару? Сказал ли он ему во веки живи? Все мы прекрасно знаем ответ. Как видите, Никакого почтения и никаких благословений не было. Я приведу вам еще несколько примеров из Библии, когда слуги Божьи общались с отступившими лидерами и царями. Давайте рассмотрим эти случаи и спросите себя, много ли благословений было высказано слугами Господа при этих встречах? Было ли здесь проявлено особое почтение, как пытается сказать нам Виталий? Первый случай – Самуил и Саул. И сказал Самуил Саулу, «Подожди, я скажу тебе, что сказал Господь ночью». И сказал Самуил, «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых? Зачем же ты не послушал глаза Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа? За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И отвечал Самуил Саулу, «Не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, «Ныне оттор Господь царство Израильское от тебя, и отдал ее ближнему твоему, лучшему тебе». Еще один случай, Нафан и Давид. И сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек». Зачем же ты пренебрегал слово Господа, сделал злое перед очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом Аманитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих перед глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал это тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. И пошел на фан в дом свой. Следующий случай, Илья и Ахав. И скажи ему, так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь на Вуфея, псы будут лизать и твою кровь. Также и о сказал Господь, Псы съедят Изавель за стеной Израиля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы. А кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Смотрите, какая любовь, какая любовь пророка Божия к этой личности. К личности, которая узурпировала Божью власть. Следующий пример. Иоанн Креститель. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, я напоминаю вам, это были лидеры народа. Идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение Ехидны, кто внушал вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния». Где здесь манеры? Где благословение? Следующий пример – Иисус Христос. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Змеи, порождение ехидны. Как убежите вы от осуждения в гиену? В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». Послушайте, что говорит Иисус о Ироде. И сказал им, «Пойдите, скажите этой лисице, сей изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра и в третий день кончу. Где здесь этикет? Где благословение? Он царя назвал лисицей, но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился: Где благословение, где этикет? Иисус молчал. Почему? Истина уже была открыта. Следующий пример Янгус. Гуса привели на собор. Закованный в цепи Он стоял перед императором. Во время продолжительного допроса Он отстаивал истину и в присутствии собравшихся церковных и государственных сановников торжественно и мужественно обличал порочность церковной иерархии. Мартин Лютер, когда папская була дошла до Лютера, он сказал, «Я презираю и отвергаю ее, как безбожную и лживую, ибо она осуждает самого Христа. Я радуюсь тому, что могу немного пострадать за это благородное дело. Я даже чувствую себя свободнее, ибо теперь убедился, что папа – антихрист, и его престол это престол самого дьявола. Поэтому, дорогие друзья, как я и сказал ранее, Господь работает по-разному. И у каждого человека и народа есть время благодати. И каждой личности Господь использует свой подход. К ищущим его с мягкостью, к жестоковыным с кнутом, к отвергшим же истину и упорствующим с яростью и гневом. Но что же делать Виталию, коли в Библии есть еще несколько текстов, которые очень мешают оправдать участие Гануна Диапа в экуменических собраниях. Например, этот стих. «Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». А тут Ганун Диап берет и протягивает руку приветствия. Как же быть с этим текстом? Что делать Виталию? Путем жонглирования текстами Виталий всеми правдами и неправдами приходит к выводу, что речь здесь якобы не о личных домах, но о церкви. Кто приходит к вам? Вот это местоимение «вам», оно кого обозначает? То есть, когда Иоанн говорит, кто приходит к вам, он говорит об общине. И говорит о собрании общины. Он говорит, кто приходит к вам, не принимайте. Смотрите, множественное число. Не принимайте его. Почему? Кого не принимать? И в каком смысле не принимать? того, кто приносит, 9 стих, всякий приступающий учение Христова. Кто приносит, кто приходит к вам и не приносит всего учения, 10 стих, того не принимайте. То есть лжи учителей в церковь не принимайте. Если пришел какой-то человек, не давайте ему кафедру. То есть речь тут не идет о личном приветствии. Здравствуйте, будьте здоровы. Речь не идет о том, чтобы не подавать руки, речь идет о том, чтобы в церкви, в доме Божьем не допускать на кафедру, не давать возможность учить в общине лжеучителям, которые не принимают учения Христова. Вот об этом идет речь. Давайте на секундочку предположим, что мы принимаем версию Виталия, и якобы речь здесь идет не о личных домах, а о церкви. «Виталий, но по велению не приветствуйте его, все еще там». Как быть с этим? Не приветствовать таких людей только в церковных зданиях? Библия говорит, что всякий приветствующий отступника участвует в его злых делах. Поэтому даже если предположить, что речь здесь идет не о личных домах, а о церковном здании, это совершенно не изменяет смысл сказанного. Лжеучителей и отступивших от истины людей не следует приветствовать. Послушайте, какие комментарии этому стиху даны в трудах Духа Пророчества. Всюду слышится призыв «Имейте любовь». Особенно громко говорят об этом те, кто считают себя святыми. Но истинная любовь слишком чиста, чтобы покрывать неисповеданный грех. Любя людей, из-за которых умер Христос, мы не должны идти на компромисс со злом и объединяться с мятежниками. Бог требует, чтобы его народ в этот беспокойный век также непоколебимо стоял за правду, как в свое время Иоанн противостоял пагубным ересям. Нам запрещено объединяться с мятежниками. Некоторые адвентисты утверждают, что то, что Ганундиаб пожал руку Папе Римскому, является исполнением пророчества о том, что протестантизм протянет руку католицизму. Это было предсказано в трудах Духа Пророчества. Виталий атакует и это мнение. Он приводит две этих цитаты из трудов Духа Пророчества. Когда протестантизм протянет руку через пропасть и подаст ее римской власти, когда он проложит мост через бездну, разделяющую его со спиритизмом, когда под влиянием этого тройственного союза наша страна не спровергнет все принципы своей конституции и отречется от протестантско-республиканских принципов правления, тогда мы окончательно удостоверимся, что приблизилось время чудотворных действий сатаны и близок конец всему. То есть протестантизм протянет руку через пропасть и подаст ее римской власти, и он проложит мост через бездну, разделяющую его со спиритизмом. И этот тройственный союз не спровергнет все принципы Конституции. И вторая цитата. Два великих заблуждения. Бессмертие души и святость Воскресного дня отдают людей во власть Сатаны. В то время как первая из них закладывает основания для спиритизма. Второй сближает протестантов с Римом. Протестанты Соединенных Штатов первыми протянут через пропасть руку спиритизму. Затем они перешагнут через бездну, чтобы пожать руку римской власти. И под влиянием этого тройственного союза наша страна пойдет по пути Рима в попрании свобод совести. Далее Виталий заявляет следующее. Мне даже жалко вашего времени, чтобы показывать что об этом тут совсем не говорится. Но я все-таки хочу это сделать. Дайте мне, пожалуйста, еще пару минут. О чем идет речь? Идет ли речь о физическом рукопожатии? Кто протягивает руку? Протестантизм. Это так человека какого-то зовут, да? Как это протестантизм может физически подать папе римскому руку? Или католицизму? Как это католицизм и протестантизм могут поздороваться. Как? Вы понимаете, что не о рукопожатии идет речь вообще. А вот о чем читаем. В Великой Борьбе написано «тройственный союз». Что? Союз, соглашение, объединение, не рукопожатие. Виталий очень сильно ошибается, потому что не знаком с трудами духа пророчества. Посмотрите на эту цитату. Но существует человек, правая рука сатаны, который готов продолжить ту работу, которую сатана начал на небе. Здесь речь о папе римском. Это тот самый человек, которому ваши лидеры, ваше руководство, которое вы оправдываете, жмет руку. Это правая рука сатаны. Правая рука сатаны, который готов продолжить ту работу, которую сатана начал на небе. Попытаться исправить закон Божий. И христианский мир одобрил его усилия, принимая его детище папства в учреждении воскресного дня. А теперь внимание. Пока протестантизм не подаст руку общения римской власти. Вы слышите это, друзья? Тогда будет издан закон против субботы, Божьего памятника творения. А затем Бог будет вынужден вмешаться. Как видите, Протянутая рука – это рука общения. Речь здесь идет о общении. Именно рука общения, протянутая папству, приведет к изданию воскресного закона. Виталий успокаивает нас и говорит, не волнуйтесь вы так. Вы видите эту цитату? «Два великих заблуждения, бессмертие души и святость воскресного дня отдают людей во власть сатаны». И теперь ключевой вопрос, дорогие для кого это будет возможно, и в силу чего будет возможен этот тройственный союз, для кого есть такая опасность. Итак, кто из вас верит в бессмертие души, в естественное бессмертие души? Можете руку поднять? А вы знаете кого-нибудь из адвентистов, кто верит в естественное бессмертие души? То есть, что не то, которое мы получаем от Бога и зависимо от Бога, а вот естественное, то есть тело умирает, а какая-то субстанция дальше продолжает жить. Кто-нибудь из адвентистов в это верит? Это первое заблуждение. Второе заблуждение какое? Святость воскресного дня. Вы знаете хотя бы одного адвентиста, который принимает святость воскресного дня? Если вы не верите в естественное бессмертие души, если вы не верите в святость воскресного дня, то вы никогда не будете в числе тех руками и устами, и телом которых исполнится это пророчество. Потому что соединение, о котором идет речь, это соединение вероучительное, богословское. Верите в бессмертие души, открывайте дверь спиритизму. Верите в святость воскресного дня, открывайте дверь католицизму. Власть католиков признаете. То есть, иными словами, еще раз, если вы в эти две лжи не верите, вы не соединитесь, вы не вступите в этот союз. И вот то, о чем Елена Уайт говорила, вы не будете частью этого процесса. Итак, вот об этом надо переживать. О своем понимании истины Божьей, и о своем понимании природы человека, и что происходит после смерти, что такое дух, и что такое душа. И а, держаться четвертой заповеди. Вот и все. Вот и все. Просто верьте, что человек смертен, и что суббота – это Божий день и опасность вам не грозит. Но извините, спиритизм – это не только хрустальный шар, гадания на картах, сеансы вызывания духов. Нет-нет. Послушайте, что говорят труды духа пророчества о спиритизме. Верно то, что современный спиритизм видоизменяется и скрывает те свои проявления, которые вызывают наибольшее возражение – рядиться в христианские одежды. Если в прошлом спиритизм отвергал Христа и Библию – то в настоящее время он как бы принимает и то, и другое. Но Библия истолковывается таким образом, чтобы это понравилось невозрожденному сердцу, в то время как ее торжественные и насущные истины остаются без внимания. Теперь внимание – одно из проявлений спиритизма в наше время. Любовь – одно из главных свойств Божьих, не сведена до уровня слащавого сентиментализма, не делающего почти никакого различия между добром и злом. Мы видим из этой цитаты, что спиритизм видоизменился. И одно из проявлений спиритизма сегодня – это вместо того, чтобы показать четкие Божьи требования, святость и непоколебимость закона Божьего, те места Писания, которые обличают отступление и грех, христиане не сводят любовь Божью до уровня слащавого сентиментализма. То есть Бог всех любит, Папа Римский тоже дитя Божье, его надо проповедовать, Ему следует рассказать, как Бог сильно любит его. Не осуждайте никого, проповедуйте только праведность по вере. Нежелание указать на грехи и призвать к покаянию – это одно из проявлений спиритизма сегодня. На канале Total есть замечательное видео Билл Хьюза под названием «Современный спиритизм». Это видео говорит как раз на эту тему, я вам очень его советую. А насчет того, что Виталий говорит «Вы только верьте, что суббота – это Божий день, и вы в безопасности», так, Виталий, бесы тоже веруют и трепещут. Разве сатана не знаком с четвертой заповедью? Разве он своими глазами не видел, как Бог освещал этот день притворения земли? Разве знания спасают нас? Послушайте, кто будет самими злейшими врагами детей божьих. Как только приблизится буря, многие, уверовавшие в трехангельскую весть, но не осветившиеся через послушание истине, откажутся от своих взглядов и пополнят ряды ее врагов. Соединившись с миром, да да, именно соединившись с миром, которому, к сожалению, так сильно тянет наших руководителей, соединившись с миром и исполнившись его духом, они смотрят на вещи почти так же, как мир. И когда наступят испытания, они будут готовы избрать легкий путь. Одаренные, обаятельные люди, которые когда-то тоже радовались истине. Вы слышите это? Ранее они радовались истине и принимали четвертую заповедь, которые когда-то радовались истине, всеми силами будут стараться прельстить других и ввести их в заблуждение. Такие люди станут злейшими врагами своих прежних братьев. Относительно Гануна Диапа нас успокаивают и уверяют, что в рукопожатии нет ничего плохого. Потому как кольцо у папы он не целовал. Я считаю, что следует не разбирать, кто кому что жал и кто кому что целовал, а как Ганундиап очутился в Ватикане. Каким образом адвентистский служитель попадает в Ватикан? Это тот вопрос, который нас должен интересовать. Он, как Иосиф и Даниил, там в рабстве очутился, его Господь послал туда: там Он проповедовал Божью весть, весть предостережения, возглашал трехангельскую весть. Он объяснял там Франциску, как ему следует выйти из Вавилона? Мне интересно, вот эти продажные люди, которые внушают вам эти мысли, они сами верят в то, что пытаются нам внушить? Каким образом Ганун Диаб проповедовал в Ватикане трехангельскую весть, если я не могу видео найти, где он это делает в наших церквях? Есть немало записей его проповедей и выступлений. Постарайтесь для интереса найти пять проповедей с трехангельской вестью. Служители, которые так отчаянно его защищают. Я, как некоторые из вас, комментарии закрывать не буду. Сотни комментариев стирать не собираюсь. Оставьте ссылочки на его проповеди. Может, я не прав, я извинюсь. Хотя бы пять. Потрудитесь, найдите. Мое личное мнение таково. Никакой трехангельской вести Ганун Диаб в Ватикане не проповедовал. Никакой истины для последнего времени там не звучало. Почему я так считаю? Потому как Ганун Диаб в Ватикане находился как секретарь организации под названием «Христианские мировые сообщества». Это официальный адвентистский сайт. Здесь сказано. Организация «Христианские мировые сообщества» собираются раз в год в разных городах мира. Доктор Диаб в качестве секретаря группы вы слышите это? В качестве секретаря этой группы посетил собрание в Риме в октябре этого года. На следующей неделе также в качестве секретаря этой же самой группы Христианские мировые сообщества Диап присутствовал на праздновании 500 лет Реформации в Луде в Швеции, которое было совместно организовано Лютеранами и католиками. То есть Диаб вместе с католиками праздновал 500 лет Реформации. В качестве, я напоминаю вам в качестве секретаря экуменической группы Христианские мировые сообщества. Читаем дальше. Во время этих мероприятий доктор Диаб встретился с другими религиозными лидерами, которые там также присутствовали. То есть обратите внимание, в Рим Ганун Диаб ездил как секретарь экуменической организации Христианские мировые сообщества. В этом же статусе, как представитель нашей церкви и секретарь христианских мировых сообществ, Ганун Диаб ездил на экуменическое празднование 500 лет Реформации, вместе с католиками. С официальный сайт Адвентистской церкви Интер-Европейского дивизиона. Адвентистский лидер избран новым генеральным секретарем христианских мировых сообществ. Христианские мировые сообщества, вот что об этой организации, генеральным секретарем которой является Ганун Диаб, сказано на сайте Всемирного Совета Церквей. Шестая ассамблея Всемирного Совета Церквей признала экуменическую важность организации христианские мировые сообщества. То есть даже Всемирный Совет Церквей признает экуменическую важность организации, в которой Ганун Диаб является генеральным секретарем. Послушайте, что об этой организации сказано. Их признали как партнеров в поисках полного видимого единства церкви и поощрило развитие более тесного сотрудничества между Всемирным Советом Церквей и организацией «Христианские мировые сообщества» чтобы обе эти организации преследовали задачу поиска ясности в отношении цели единства, к которому христиане стремятся в рамках единого экуменического движения. Вы слышите меня? Цель этой организации ⁇ это видимое единство и объединение церквей. Была выражена надежда, что будет проведена новая серия встреч на которой уделят особое внимание принятию документа крещения Евхаристии и служения. Это тот самый куменический документ, который в конечном счете подписала Адвентистская Церковь. О какой проповеди Трехангельской Вести идет речь, если Ганун Диаб является генеральным секретарем организации, которую Всемирный Совет Церквей назвал партнером в достижении видимого единства церквей? О какой проповеди Трехангельской Вести может идти речь? Знаете, почему вы не услышите проповедь трехангельской вести от Гануна Диапа? Он сам отвечает на этот вопрос в своем интервью. Интервью, которое опубликовано на сайте Джорджтаунского университета. Баркли Центр. Что это за университет? Джорджтаунский университет. Католический и иезуитский частный университет. Расположены в Вашингтоне. Давайте прочтем машины-перевод. Изуиты спрашивают Ганунадиапа: в чем заключается суть вашей работы? Ганундиап отвечает: для меня открылось несколько дверей, и пройдя через них я осознал суть своего призвания в этом мире: человеческую солидарность, глубокое уважение к выбору других людей, которое оставляет в стороне наши различия. Вопросом свободы совести является: верить или не верить. Если я искренне верю в это, то это означает, что я должен искренне принимать друг. Других. Это, я думаю, одна из причин, почему я по промыслу оказался там в качестве секретаря одной из крупнейших христианских организаций. Какой организации? Конференции секретарей христианских мировых сообществ. А также меня попросили войти в правление Глобального христианского форума. Это еще одна икуменическая организация которая опять же объединяет разные христианские течения, православные, католики и так далее. То есть с самого начала интервью Ганун Диаб подтверждает, что по уши погряз в экуменизме и является участником и лидером двух экуменических организаций, а именно Конференция секретарей христианских мировых сообществ и Глобальный христианский форум. Я еще раз повторяю. Ганун Диаб является секретарем организации, которую Всемирный Совет Церквей считает партнером в достижении видимого единства церквей. О какой трехангельской вести вообще может идти речь? Иезуиты говорят: нам интересно узнать больше о двинтийской церкви. Это замечательная возможность для Гануна Диапа поделиться трехангельской вестью. Официально с богословской точки зрения адвентисты позиционируют себя как часть продолжения Реформации. Это не означает, что это единственная церковь. Абсолютно нет но мы являемся продолжением реформации. Среди некоторых адвентистов, например, говорит Ганундиап, вы найдете людей, которые настаивают на знамениях времени, что произойдет что-то ужасное. Некоторые адвентисты, находящиеся на окраине основной веры, могут развивать довольно сектантское понимание того, что мы лучше. Для меня это совершенно неверное толкование, недоразумение. В значительной степени, не умаляя достоинства этих людей, я могу сказать, что это дезинформация о Божьих целях для мира. Ни одна церковь не является монолитной, и каждая церковь в основном представляет собой мозаику. Он имеет в виду состоит из разных людей. Мы находим это также среди адвентистов. Некоторые склонны создавать своего рода разрозненность, но надеюсь, это меньшинство среди адвентистов. То, что я пытаюсь продвигать лично это более универсальный, более приемлемый подход. Я встречаюсь со всеми, включая менее. Приимных адвентистов, опять же, меньшинство. Некоторые могут быть даже антикатоличными. Я же позиционирую себя как часть человеческой семьи, желая изменить этот мир к лучшему. Люди священны, как храмы, и поэтому их следует уважать. Ганун Диаб говорит, что среди некоторых адвентистов вы найдете людей, которые настаивают на знамениях времени, что произойдет что-то ужасное. Об этом говорят не некоторые адвентисты. Об этом предупреждает сам Господь. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Тот, кто не наблюдает за знамениями времени и не верит, что произойдет что-то ужасное, как об этом говорит книга Откровения, не является адвентистом. Ганундиаб осуждает некоторых адвентистов седьмого дня в своем интервью иезуитам. Он описывает тех, кто говорит о пророческих знамениях последних дней, как часть антикатолического, маргинального сектантского меньшинства. Он обвиняет этих адвентистов седьмого дня в неправильном толковании и непонимании Божьей воли для последних дней. Он утверждает, что такие адвентисты распространяют дезинформацию. Но именно Мартин Лютер назвал папу антихристом. Если классический протестантизм мертв и нет больше причин для протеста, Почему мы до сих пор отделены от Рима? Если действительно существует зловещая сила, описанная в 13, 17 и 18 главе книги Откровения, которая прямо сейчас планирует глобальную тиранию, то протест еще не окончен. Бог оставил пророческие предупреждения в Своем Слове. Именно эти Божьи предупреждения нам и следует провозглашать. Эти пророчества о последнем времени не являются критиканством или словами ненависти, в обратном случае Гануну Диапу следует обвинять в этом самого Господа. Ганун Диап повествует, как католическая монахиня пригласила его на изучение Библии, которое проводил знаменитый католический священник из Доминиканского ордена. Ганун Диап повествует, как он подружился с этим католическим священником, который был настолько добр Гануну, что предоставил ему свою библиотеку. И далее Диаб заявляет, из-за этих и других опытов я никогда не буду судить никого из-за его религиозной принадлежности. Я видел людей разных вероисповеданий с замечательными качествами. Мне трудно, когда кто-либо критикует католиков или кого-то еще. Я считаю это несправедливым и бесчеловечным. Везде есть хорошие люди. Есть также люди, которые используют свою религию в злых целях. То есть, по мнению Гануна Диапа, критиковать католиков – это бесчеловечно и несправедливо. И что он никогда никого не осудит за его религиозную принадлежность. Но секундочку. В начале своего интервью Ганун Диап критикует некоторых адвентистов седьмого дня, которые верят библейским пророчествам и считают, что вскоре произойдут ужасные события. Он называет их маргиналами, сектантами и антикатоликами, которые неверно истолковывают и неверно понимают библейские пророчества и знамения последнего времени. Ганундиап никогда не будет осуждать католиков, но у него нет проблем с осуждением некоторых адвентистов седьмого дня. Это то, что Ганундиап заявляет иезуитам. Дорогие друзья, позвольте мне сказать вам нечто мы обязаны проповедовать весть трех ангелов. Именно Бог в своем слове определяет, что такое Вавилон и призывает выйти из него. Использовать аргументы так называемого человеческого достоинства, чтобы заглушить проповедь трехангельской вести, в самом деле является продвижением сатанинской программы. Изуиты спрашивают у Ганундиапа, чем вы занимались после получения степени магистра. Следующие большие перемены, говорит Ганундиап, произошли, когда меня спросили, хочу ли я продолжить академическую карьеру учителя. Это повлечет за собой поездку в США, в Мичиган, и получение докторской степени по Ветхому Завету. В то время я защищал докторскую диссертацию, внимание, по Новому Завету во Франции в Католическом университете Парижа. Ганундиап описывает свое римо-католическое образование. Когда некоторые высшие руководители, как из римо-католической церкви, так и из церкви адвентистов Седьмого дня, являются продуктами одного и того же богословского учреждения, несомненно, является огромной проблемой. Он получил образование в той же католической школе, где готовят видных римо-католических лидеров. Чему он там научился? как более эффективно проповедовать трехангельскую весть? Ганун Диаб заявляет, у меня были обширные контакты в основном по индуизму, буддизму и джайнизму. Намного меньше, но значительно или достаточно, чтобы иметь возможность вести разумный разговор даже с некоторыми шаманами. Это похлеще, чем 6 лет потратить на изучение Талмуда. Шаманизм – это ранняя форма религии, в основании которой лежит вера в общении шамана с духами в состоянии транса. И Ганун Диаб утверждает, что у него были обширные контакты, достаточные для того, чтобы вести разумный разговор даже с некоторыми шаманами. Далее Ганундиаб заявляет, ⁇ Я развивал дар вовлекать других людей в уважительный диалог ⁇ Я изучал религии достаточно глубоко, чтобы попытаться сформулировать то, во что они верят, таким образом, чтобы люди комфортно себя чувствовали, не чувствовали, что я их осуждаю или попираю их достоинства. Я обучу, что суть ислама в некоторых установках. Мусульмане встанут, придут и поблагодарят меня сказав, что я помогаю им лучше понять их собственную религию. Когда люди говорят это на полном серьезе, я благодарен. Это просто невероятно. Ганун Диаб говорит, что помогает мусульманам лучше понять их мусульманскую религию. Его миссия выполнена, когда он может помочь другим укорениться в своих суевериях. Это не адвентизм, это католицизм. Почему Диаб вообще работает в Генеральной конференции? Он как попугай повторяет о своем универсальном всемирном братстве, о котором проповедует и Ватикан. Ганун Диаб продвигает интересы Рима. В интервью иезуитам он хвастается, что получил образование в Риме. Он хвастается своей дружбой с доминиканским священником. Он хвастается своими отношениями с индуизмом, буддизмом, джайнизмом и шаманизмом, общением с мертвыми. Он хвастается тем, что помогает людям лучше приобщиться к их собственным нехристианским религиям. И он заявляет о себе как о человеке примирения между католиками, евангелистами и другими религиями мы, как адвентисты седьмого дня, не можем принять этот новый путь для народа Божьего. Мы не должны подражать миру. Мы должны являться светом этому миру, который вскоре осветит эту темную планету славой Божьей. Вместо того, чтобы позволить мирской повестке дня изменить нас, мы должны помочь изменить жизнь людей Словом Божьим. Виталий, вы призываете нас благословлять всех правителей без исключения – и вести с ними соответственно их дворцового этикета. Интересно узнать, если бы вы, Виталий, оказались бы перед Гитлером в конце Второй мировой войны, зная, что совершил этот человек, вы бы повели себя соответственно его дворцового этикета. Вы бы поприветствовали его нацистским приветствием. Вы бы подняли руку и закричали «Хайль Гитлер!» Что означает «Да здравствует Гитлер!» А после этого благословили бы его дважды. Правда, здорово. Царь вовеки живи. Хорошее приветствие. Вы бы таким воспользовались? Это был дворцовый этикет. Благословлял ли Бог Гитлера? Или же благословение дает Бог, и благословен тот человек, который идет путем Господним, потому как это и есть благословение. Подумайте о том, что папа римский возглавляет систему, которая виновна в смерти намного большего количества людей, чем Гитлер. И вы предлагаете нам благословлять главу этой системы. Как бы Даниил, живя в наше время, вел бы себя с Франциском. Он бы уважительно относился ко всем людям. Но уважение к людям не означает умалчивание той вести, которую дает Господь. Даниил так не поступал. В наше время это трехангельская весть. Умалчивал бы Даниил истину, которая нам доверена Господом? Нет. Даниил всегда возвещал именно то, что повелел ему Господь. Но лидеры церкви адвентистов седьмого дня, вместо того, чтобы разоблачить заблуждение католической церкви и призвать людей выйти из Вавилона, жмут руки человеку, который является, как мы читали в трудах Духа Пророчества, правой рукой дьявола, главой системы, которая убила миллионы верных Богу детей, только потому, как те отказывались отречься от истины и принимать католическое язычество. И после этого некоторые адвентистские пасторы для которых зарплата важнее истины, внушают нам, что Ганун Диаб проповедовал в Ватикане трехангельскую весть. Если вы так уверены, что Ганун Диаб проповедовал там трехангельскую весть, то поделитесь с нами. Что же ответил Франциск, когда Ганун Диаб объявил ему, что тот, являясь папой римским, является правой рукой дьявола и главой системы антихриста, о которой говорят библейские пророчества, или же вместо проповеди истины для настоящего времени? Были лишь рукопожатия и улыбки. Как же удобно замалчивать трехангельскую весть, утаивая истину от погибающего мира, прикрываясь боязнью не ранить хрупкую душу впечатлительного папы Франциска. К великому сожалению, многие адвентистские служители вытирают об истину ноги, чтобы остаться в обоиме, чтобы не лишиться своей зарплаты. Они выбирают распять истину и защищают отступление своего развратившегося начальства. Виталий призывает нас благословлять Франциска. А к чему призывает нас Господь? Вот что говорят труды Духа Пророчества. свидетельство для проповедников, страница 117. Именно в наше время Господь призвал свой народ и дал ему весть, которую он должен нести. Он призвал своих последователей разоблачать нечестие человека греха. Я повторяю. Именно в наше время во время, в которое мы живем, Господь призвал свой народ, то есть нас с вами, разоблачать нечестие человека греха. Не благословлять и не жать руки, не улыбаться ему. Разоблачать нечестие человека греха. Дорогие друзья, думайте, кого вы слушаете и какие интересы движут теми людьми, за которыми вы покорно идете. Ну что ж, я думаю, достаточно. У меня все.